В Каменском Днепропетровской области обрушился балкон с людьми. Двое мужчин попали в реанимацию. Их дом трещал по швам уже давно, а местные чиновники 2 года только то и делали, что проводили проверки. Начнут ли действовать теперь, узнавала Елена Миндалюк. Бетонная плита и куча шифера на асфальте – это то, что осталось от балкона на 2-м этаже. Видео сняли местные жители через несколько минут после того, как он рухнул. Под завалами оказалось 2 мужчин – Сергей и Геннадий Форостовы. С травмами их доставили в реанимацию. Рассказывают, вышли покурить, как вдруг земля ушлась под ног. Ничего не трещало. Луп и все. Именно низу. Это благодаря Богу, что там детей не было. А так бы было бы серьезно. Перелом бедра и рваная рана. Когда упал, потом слышу по голове, там по плечам шифер падает. Жители дома не сразу оправились от шока. Говорят, во дворе всегда много детей, и они часто бегают под балконами. Были, конечно, опасности. Ну и вообще страшно отпускать детей. У меня 2. Старшенький на велосипеде мог и... Так, на самокате. В этом 2-этажном доме всего 2 балкона. Один рухнул. Не исключено, что 2-й тоже в аварийном состоянии. На всякий случай коммунальщики огородили территорию ленточкой. Люди жалуются. Дому более 60 лет, но ремонт ни разу не делали. Ни косметический, ни капитальный. А 2 года назад по стенам пошли трещины. Появились такие трещины. Вот видите, пол дома отошло, 4 квартиры отошло как бы, ну, вот так. Книжечкой дом раскладывал, расположился. 7 сантиметров, наверное, трещины. Там еще больше. Обследовать здание тогда приехала комиссия. В трещинах установили так называемые маячки. Якобы даже подготовили проектную документацию. Но денег не нашлось. И все замерло. Одни пришли, что-то там порешали, пообещали, ушли. Потом появляются новые люди, порешали, что-то пообещали и ушли. Вот так вот, ну, до вот этого случая. Коммунальные службы, проектировщики и чиновники сегодня снова обследовали дом. Почему балкон рухнул? Долго не думали. И практически сразу выдали версию случившегося. Балкон обрушился из-за своей ветхости. То есть там 2 консольно закрепленные швеллера, залиты бетона, вес довольно большой, там примерно 2,5 тонны бетона. Ну и от дом, насколько знаю, 56-го года, или 2-го даже, вы можете представить. То есть швеллера просто прогнили и вывалились. Что делать с домом, в комиссии пока не знают, будут ли отселять жильцов, решат через 2 дней, когда получат результаты обследования. Но 8 семей, которые здесь живут, категорически против. А пока от греха подальше, коммунальщики разобрали подобный балкон в соседнем доме. Елена Мендалюк, Евгений Годнецов, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.